Впереди 4,5 месяца холода. Да. А холод, извините, по природным неким причинам сжимает рейтинги власти. Они становятся меньше. Это объективно. Нравится кому-то, не нравится, все. Можно было к этому как-то подготовиться лучше? Наверное, можно было. Это, кстати, тоже претензия к власти. Вы же знали, что у вас выборы в марте? Вы же знаете, что зима ударит? Ну, не знаю, собирайте там какие-нибудь там местные активы, там, партхоз и так далее, готовьтесь к зиме в июне. Особенно предвыборной зиме, Именно, так я об этом это и говорю. Это не просто зима. Да, да, именно, я об этом и говорю. Вы же понимали, что это фактор, он от него никуда не деться, надо к нему подготовиться. И именно поэтому эти салазки нужно было готовить не, даже не в августе, а, ну, может, даже еще и в мае, потому что, ну, давай. А поскольку не подумали, ну, вот тоже характеристика власти. Ну, окей. Хорошо, значит, выгребаете. А выгребут, еще раз повторю, выгребут уже туда, ближе там к февралю и так далее. Кстати, вот сегодня уже была фотография Сергей Гришин, РБК, уже фотография, уже опять где-то прорвало, уже опять вода где-то хлещет. А где-то на улице Деловая, это в районе Олимпийского. А вот же совершенно недавно, помните, там машина провалилась? А, на Руставели попал. Да, это самый-самый центр. Да. Самый-самый центр. Да. Это что? Это тоже власть, это тоже бьет. Я уж не говорю просто о том, что Виталий Владимирович, извините, это лидер БПП. Да, то он все как-то пытался уйти, его как-то не пускали. Ну, вот так вот он и остался этим лидером и мэром Киева, в котором это происходит. Значит, надо отвечать. Это политическая ответственность, это так работает.